Следующая информация для тех, кто собирается провести предстоящие выходные на природе. Из-за жаркой и сухой погоды в Чувашии установлен 4-й класс пожарной опасности. Это означает, что жителям запрещено посещать леса и особенно разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи, бросать окурки, использовать пиротехнику и многое другое, что может привести к пожару. Полный перечень правил на сайте Министерства природы республики. За нарушение правил противопожарного режима штраф до 5000 рублей для граждан и до 500 для юридических лиц.